Вить, а вот существует такое мнение, что вокалист группы Doors Джим Моррисон... Обалденный я король настоящий. Он вовсе не умер, как бы. Ну, как и Витя Цой, короче, это... А где-то себе поживает, себе припеваючи. На Луне ее. Да. А это все поживают ее где-то на другой планете, да? Ну? Как ты думаешь, это правда или загон какой-то? Ну, это вопрос по шизофренику, только. Не, ну про Элвиса Пресли в свое время тоже же так же говорили. Ну, Элвис король. А нет, Джимми Моррисон это вообще. Ну, я, хочешь верь, хочешь не верь, с этой психоделии одна только песня, но он все этой песни убил. Просто всю планету. В смысле, Come on, baby, like my fire? Ну, а какая еще? Так это не он ее. Так это не он ее написал. А кто? Он очень сильно из-за этого, блядь, злился. Комплексовал я? Да, что это не он ее написал. Ты написал барабанщик ее. У них очкастый, помню, парень какой-то. Эту песню написал барабанщик. И поэтому он очень сильно злился по этому поводу. Да. Не знаю, ну, его спел, вся планета знает только по этой песне. Ну, в принципе, да. Спел-то он ее хорошо, да, базара нет. Охуительно вообще, не то. Я клип смотрю, когда он в коричневых кожаных портках, бля, вообще умница. А ты бы хотел себе такие кожаные портки? Вить, а почему ты никогда в косухе не ходил? Или ходил? А для меня... Нет, никогда не ходил. Во-первых, для меня это было... Мне больше пилоты нравилось, пилот. Мне никогда вот эта вот косая куртка никогда не нравилась. Потому что я всегда ее считал, что это никакого отношения к року не имеет, а отношение имеет именно к культуре байкеров. Не знаю, это не мое. Ну, я понял. Типа того, что байкеры в Штатах, там, для них это шиком было ходить в косухах, потому что косухи были раньше только у полицейских, и типа, если ты в косухе, значит, ты содрал, кстати, у полицейского ее. Ну, не знаю, у нас кто угодно, если носит, значит, да, ничего в этом такого. Мне никогда они не нравились. Не знаю, они даже никогда и в моде не были. Косухи? Да косухи до сих пор. Это не мода, это просто одежда такая по стилю так жизни. Нет, ну дело в том, это когда в СССР еще, нет, уже не СССР, а 90-е годы, когда носили, это когда на Металлику все там поехали, там, бог его знает, когда к нам варил. А ты пошел на рыбалку? А я с Маратом. Пошел на рыбалку. А когда это, как, зато мы потом пришли на это... В каком же году? 91-й. Ну, пацаны, если в Орле вспомнят, это 91-93 год, к нам приезжала в ДКЖД, это коррозия металла, и ария в кедах, карандашиках. И ты пошел на них? Были, да. Знатно отопырились или опять ничего не помнишь? Нет, второй раз там это как, ну, я, правда, пацанов знал хорошо с привоза, ходили, деньги собирали ее. С привоза это с привокзалки. Ну, ДКЖД. Там было. Дело было там. Ну, это 93-й, наверное, год был. 91-м нормально еще было. А, еще Рэмбо там даже побывал. И как сейчас помню, он где-то через месяц, или через пару недель, где-то так, после коррозии металла выступала группа технологии. Рома Рябцев и группа технология. Не знаю, мне они нравились. Ну, нажми на кнопку, получишь результат. Нажми на пробку, получишь результат. Твоя мечта осуществится. Скажи, ну разве ты не рад? Ну, талантливый и к тебе талантливый. Больше не к чему стремиться. Ну, это закос под Depeche Mode. Ну, конечно. Вообще шикарная команда. Ну да, там Ган вещи делал в Depeche Mode. Ну, у меня вот я. Хотя писал... Ган тоже наркоман еще тот. Дэви Гэхэм ты имеешь? Да, Бэтхэм. Гэхэм я. Гэхэм. Мне безумно нравится вот эта команда. И очень люблю
старых еще, молодых Guns N' Roses, это вообще пиздец. Это просто отлет башки. Ну, они когда выстрелили, у них там хиты были, Welcome to the Jungle. Я, ну да, да, я помню, привез, мы ездили в Драмыс отдыхать. И я это как бы купил там плакат Guns N' Roses. Ага. Вот, небольшие. И большой еще плакат, там были такие, Glam Rock Cinderella, потом Skid Row и так далее, тому ну, подобное, целая куча, когда у нас этого не было вообще, ну, в смысле, в Орле не было. В Москве можно было купить. Там. А плакат Сабрины приобрел? Зачем? Как зачем? Ты столько про нее рассказывал. Да ну, нет, я про нее рассказывал, я это видел клип, когда в бассейне с небритыми подмыхами. Да, да. Не, ну там, да, вот первый вот этот клип, там просто ей, походу, еще никто не занимался толком, а потом... Никто не пер ее, по-моему, целком. Не, а потом ей там и зубы вставили, там и все, и там вкатили куда надо, и подмышки тоже побрили. Да нет, может, хрен его знает, там у итальянцев вполне возможно, что это в порядке вещей. Мне нравилось в пионерском лагере, да, вот когда это... Я помню, когда мы приехали в пионерский лагерь в Думчино... Это вообще обалдеть. Ну, тогда было на улице дискотеки, вся эта хренотень, Герман еще был. И приезжали ребята на третью смену из Кулька, Культ Просвета училища. Как они танцевали брейк-данс, это просто можно было обалдеть, блин. Я вот больше никогда не видел, да, ну, показывают, там Пресняков там танцует, там третье место занял он в Москве в каком-то году. Ну, так как проплатил. Эти парни, так как эти парни танцевали, это просто можно было обалдеть. Это лучшие из лучших были. Ну а ты можешь хоть один элемент брейка показать? Нет.